Настроение, роднуша? Хорошо. Хорошо? А у вас, молодой человек? Не очень? Хорошо. Итак, время почти уже 15, и мы начинаем подготовку, обед и ужин. Посмотрим, за сколько справимся. Погнали. У меня сейчас там крылья в раковине. Сейчас я их сюда буду выкладывать. Промою и буду выкладывать. Я промыла, добавила майонез, добавила томатную пасту, немного базилика и кинзы, и просто все положила на противень. Сейчас положу все в духовку. У нас за это время вон пришли Оскар и Дейзи. Колянчик балуется. Всем привет. Сейчас, надеюсь, Сонечка. Сейчас, родной, сейчас все поставлю в духовку. Так, здесь у меня картофель по-деревенски. Сейчас я его тоже закидываю в духовку. Время 15:10. И сюда сейчас еще печень выкину. Всем кажется, что готовить блюдо очень долго, но нет, это же все может готовиться одновременно, так что никаких проблем с этим нету. Вон крылышки. Погнали. 17 минут, и у меня сюда отправляется печень еще. Туда же в духовку я имела в виду. Так, 15:27 напротив Дейзи. Я обжариваю котлеты. Это индюк с курицей. Это индюшачий и куриный фарш. В сами котлетки добавила еще яйцо, сметана, лук, чеснок, базилик и кинза. Котлетки я сейчас просто обжарю и выложу на тарелку. А потом я их положу на противень, когда освободится место, я их просто в самом конце уже подпеку. А пока я обжариваю котлетки и готовлю обед с ужином, у меня-то, вон, смотрите, чем дети занимаются, ремонтом. Аккуратно там гвозди, давайте, погнали. Это у нас ремонтируется лоджия. Так, второй ремонтник пошел. Этот ремонтник ждет только. Не снимай обувь, не снимай, так можно пройти, сынок. И вот как у нас сейчас выглядит лоджия. Все снимаем. Ой, чуть не упала. Где там? Все снимаем. Ну, а мне просто выпала честь готовить этим славным людям. Продолжаем. Время 35 минут. Итак, я достала крылья, и сейчас вот в этот вот бульончик закладываю котлеты, которые я обжарила. Они еще на сковороде есть. У меня там по-прежнему стоит картошечка и печень. Время 39 минут. Погнали. Все, котлетки я переложила. Крылья пока здесь постоят. Засовываем. Сейчас горячее. Нет, нормально. Засовываем туда в духовку и сниму. Тут картошка. Юный блогер. Юный блогер. Мальчишки там после ремонта носят доски. Оскар переживает, смотрит за ними в окно. Так, я достала печень. Добавила в нее базилик. Все, печень готова. Добавила в нее базилик и чеснок. И сейчас добавлю сливки еще 10%. И обратно на пару минут в духовку. Работники года, молодцы. Гвоздями от себя. Ой, скоро у нас будет красота тут на лоджии. Да, милый? Да. Оно выглядит сейчас непрезентабельно. Потом на телефоне только вот так вот пальчиком щелкнем. И еду ремонт. Ты что меня тут нахаживаешь, а? Еду там сторожишь, да? Конечно. Иди вон, подруга у тебя лежит, иди ложись. У тебя улов большой сегодня, да? Палочки? Да, это легкая. Саша, открывай детям дверь. Открывай парням дверь. Так, ну а я в свою очередь заканчиваю подготовку к обеду. У меня салаты сделаны, крылья уже пожарены, печень я достала, картошка приготовилась. И вон котлетки тоже дошли. Время 15:58. Ну вот практически час работы. Вот такая красота за час.
Но здесь работа, здесь все готовится одновременно, поэтому кажется, что вроде бы как много, и времени так вот думается, что затрачивается много. На самом деле нет, это вообще час работы, вот у меня так и уходит, 2 часа в день. Подготовка на завтрак и обед, час, и вот обед и ужин. Это мои работники. Мы запархались. Что? Запархались, или как там говорится, тяжело слишком. Запархались, хорошо. Главные работники за столом. Как настроение? Нормально. Все наработались. Семья, всем приятного аппетита. Спасибо.